2 июля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программа «Хочу домой» – животных, мечтающих иметь хозяина и свой дом. Как решить проблему безнадзорных животных? То есть приютских животных уже готов стать домашним. Как выбрать инструктора для занятий с собакой? В студии заместитель исполнительного директора приюта «Лакшми» Екатерина Воробьева. Смотрите программу «Хочу домой» сегодня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».